Ого! У тебя получилось! С возвращением! С возвращением? Командир! Прошу, Бо. Ну, сколько раз тебе говорить? Простите, теперь Эллен, основатель, командир. Сэр. Просто зови меня Эндрю. Да, сэр. И я пойду проверю ворота. Странный малый. Бо рассказал мне, что тебе удалось найти исходный блок. Хорошо, что мои данные оказались полезны. Мне уже давно не приходилось там был. Знаешь, я говорю не про спасение из той клетки. Я уже давно сдался. Но встреча с тобой вселила в меня надежду. Ну да ладно. Все изменилось. Меня нелегко налаживать связь с людьми. Но Эллен здесь потрудилась на славу. Эллен? Ну, я заверил ее, что не намерен брать, но кое-кто из местных считает иначе. Но для Эллен я просто дед, которого никогда не было рядом. В общем, удачи там. Вот такой диалог произошел при загрузке игры. То есть я вышел оттуда, где вышел, меня телепортнуло в блок 13, и вот эти вот двое чудиков терлись и напали на меня с разговорами сразу. Да? Здорово. Ну, давай глянем. Че у тебя? Ничего не дорого? Ага, иди уже. Я так и знал. Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Что-то нужно? Конечно. Так, что-то мне совсем все плохо, да, вот это надо прокачать, наверное. Ага. Симулякра у меня нет, да? Кованое железо. Закаленное железо. Закаленное железо. Закаленное. Пока. Пока. Что ты пикаешь? Опять. Что не так? Все ж хорошо. Чем мог? Конечно. Дай-ка мне вот этого. Удачного пути. Вот, и теперь надо вспомнить, куда идти. Перемещение. Последняя контрольная точка. Поехали. Тра-та-так. Тра-та-так. Так, мне тут надо предохранитель найти. Так, карту. И вот. Ну, понеслась. Куда понеслась? Куда ты опять понеслась, чудушка? Так, сюда я ходил. Хотя там, конечно... Может, обследовать еще? А, ладно. Потом. Потому что я там пробежал галопом по Европам. И вроде бы такое чувство, что ничего не нашел. Но у меня... мне же надо этот... Компьютер теперь включить. Так, а где он? Стоп, что?
А где компьютер-то был? А, может быть, внутри. Так, там нету ничего. О, вот здесь, да? Еще не освободилось. Что? Я же вроде освободил. Или это не засчитывалось? Да ну ё-моё. А, подожди. Блин, по натуре не засчиталось. То есть я зря отсюда вышел, да? Ядрёно ваш. Не, ну я это записывать второй раз не буду. Сейчас освобожу, потом буду записывать. Что это? Нелегко было. Короче, два опять освободил. Что дальше делать, понятия не имею. Чует мое сердце, еще третий где-то есть. А, нет, нет, вроде, да? Не, есть. Дверь-то закрыта. Наверху, да? Ну, понятно. Угу. Ай, нахера? Зачем? Блин, зачем? Не, ну ладно бы они убиваемые были, я бы еще понял. А чё они бессмертные-то? Понятно, короче, сейчас третий освобожу, потом продолжу. Знаете, я вам что хочу сказать? Если дохнешь, то эти хрени восстанавливаются. Это пиздец зашквар, вы серьезно, на? Это босс по-вашему? То есть вы думаете, что это нормальный такой босс, да? Отличный такой босс, одного из которых нельзя убить совсем. Господи, зачем такое говно-то делать? Вы чё, бля? Я думал, вы нормальные. Я чё, ошибался, бля? Сильно? Ну это реально босс получается, потому что... ну потому что босс. Да и все бы нехорошо, если бы вот эти вот убивались. Они же не убиваются. Падла. Давай. Да ну это просто ж пиздец какой-то, блядь. Нахера, нахера? Зачем вы бессмертных-то делаете? Как их убивать-то вообще? Почему они не дохнут? Чё за бред? И бежать еще полдня. Не, ну меня это реально бесит. Бля, ну... Тупее босса я не видел еще ни в одной вообще игре. Зачем? Главное, вопрос-то. Зачем? Ну, здесь что ли отдохнуть? Ближе бегать. А, здесь отдохнуть. Здесь нельзя отдохнуть. И рагу мусорного зуба у меня нет, да? Зашибись. Места хоть хряпнуть. Да не, ну это забей вообще. Главное, ничего не происходит, в этих стреляешь, но... Кроме того, что... стакается оружие, но этого недостаточно. Алло,
А тут надо эти три дыры за раз успеть, иначе они восстанавливаются. Еще и жирные, как я не знаю кто, бля. Лол. А еще знаете что? Эта дурочка перепрыгивает через барьер и улетает вниз. Сейчас покажу. Так, что теперь? Ну это вот не босс файт, а рофл. Жирный-жирный рофл от разрабов. Ну правда, ну нахуй. Не можете, ну бля. Если не получается сделать имбового босса, ну не делайте его имбовым. Сделайте его лоупольным. Хрен с ним. Никто в обиде не будет, правда. Чем вот этот гемор пилить? Зачем? Он просто расстраивает. Такая игра хорошая и такой босс дебильный. Я вот в снежной локации от... от Last Boss получил истинное наслаждение. Вот он классный, правда классный. Такой прям няшка. Няшка. Что за слово идиотское? Он сложный и в то же время интересный. Мувсет интересный, и анимация интересная. А это что за говнище? Уничтожьте три дыры, бля. Охрененно весело. При том, что остальные враги бессмертные. Ну, кроме вот этих, конечно. Ну вот, еще и стреляют. Урона миллион, блядь, да ёбана. Ну, короче, ясно, что сейчас я эти дыры закрою и потом продолжу. Иначе я сгорю к ебеням здесь. Короче... Справился. Не, ну, если на этих вот внимания не обращать и тупо стрелять в эти дыры, ну, полегче, короче. Он не сложный, просто дебильный. Правда, дебилизм. Все, ладно, проехали. Забыли, как страшный сон. Так, ну теперь, наверное, надо нажать кнопочку, я так понимаю. Ну, что-то произошло. Вот если через этот перил, короче, она, если пробел нажать, она туда сигает. И, ну, умирает, естественно. Тут высота не детская, не пэ. Пипец. Я случайно нажал, она херак туда. Бля, ну это в натуре ядерный реактор. Только я не совсем понимаю, зачем. Исследовать. Ну, вот тоже. Включите что-нибудь, а потом куда-нибудь найдите, куда бежать. Ой, господи. День не задался, так скажем. Тут выходов нигде больше нет. Правильно? Это верное утверждение. Внизу нет, а может вверху еще? Да не, вверху тоже ничего нет. Я, конечно, проверю.
На всякий пожарный. Ну не, не, здесь пройти нельзя. Здесь тоже ничего. Тупик. Это долбанный тупик. Ладно, сейчас, короче, найду, куда бежать и бегу. Внизу, может, открыта дверь стала. Нет. А, тут вообще неактивная какая-то. То есть вы мне предлагаете вот это все DLC, что ли, ваше? Чтобы вот в этом блоке бегать? Серьезно? Или я траплю события просто? Ну тогда объясните, куда идти. Короче, я пока что не знаю, куда идти. Пойду сюда схожу еще раз. А куда больше? Больше пути нет. Я думал, может, этот реактор что-то откроет. Может быть... Здесь теперь корни эти рассосались. Нет. У меня тогда еще предположений никаких. Здесь я был. Но я сейчас, наверное, на самом деле недоволен, потому что не знаю, куда идти. Или не выспался просто. Лол. Кстати, а где у меня ключ? У меня же ключ был от Medical Bay. Или все, он типа одноразовый. Сюда меня не пустили в прошлый раз. Эту дрянь убить нельзя. Ладно, поищу. Короче, это вот внизу, где... Короче, внизу. Здесь вот компьютер стоит. Открыть хранилище лекарств. Оп. Что-то где-то открылось. Интересно, где? Вот тоже, блин. Я открыл двери, только хер его знает где. Есть что? А, вот она, наверное. Ага. Ну окей, хоть что-то хорошее. Так, чё? Ключ карта исходного блока. Ага. Адреналин. Пойду еще раз компьютер зачекну, что там. Может, еще что есть? Это не диагностика, господи. Ну, наверное, вот этот ключ карты, да?
Ну куда-то продвинулся. Это уже хорошо. Только непонятно куда. Опять коридоры, бесконечные коридоры, коридорами погоняют. Летит твою мать. Это так охренительно весело. Бегать, вот это вот все говно собирать. Это просто мега супер весело. Мне заняться больше нечем, как вот это вот. Блин, какая была офигенная лока зимняя. И я думал, все DLC такое будет. Где грёбаная свобода? Не надо меня запирать в этих коридорах. Я не люблю по коридорам бегать. Их никто, блядь, не любит. В Думе наигрались в коридоры. В первом, во втором, в третьем, в 28-м. Хватит коридоров, пожалуйста, отпустите меня из коридоров. Или давайте направление, куда двигаться, блин. Ай, разрабы, ну когда же до вас дойдет, что коридоры это зло. Это шорт, оказывается. Ну чё, вот опять нашел. Теперь уже три дыры. Вниз куда-то спустился, тут три дыры. Теперь их уничтожать надо. Чё за бред? Опять геморроится сейчас. Путь не запомнил. Геймплей просто охренительно увлекательный. Я вам скажу, не просто увлекательный, а охренительно увлекательный. Бессмертные враги плюс три дыры, которые не дамажатся еще ни хера по человечи. И вот я должен тут бегать кругами. Зачем? Вам самим-то интересно было играть в это говно? Или вам лишь бы продать свой товар? Я, конечно, понимаю. Костела здесь. Всегда здесь. Угу. Здесь. На жопе шерсть. Так, одну дыру открыл. О. Да, ща пипец. Так, очко. Пыль, да, может быть пыль надо юзануть. Чтобы продолжить, нажмите клавишу. Диагностика системы. Журнал. Ага, хорошо, я это буду читать в следующей жизни. В скобочках никогда. Так.
Одна дыра есть. Это слизь грёбаная, господи, за что? Так, это бежать туда и куда-то туда. Так, не вниз, нет. Блин, не сюда. Или вниз. Уже забыл. Только что там был, уже забыл. Хорошие новости. Угу. Еще одна дыра. Тут что? Опять бесполезные писюльки. Или тут вообще ничего нет? Это был бы вообще идеальный вариант. Доктор Урик Харсгард. Урик, я тебя, блин. 10 апреля 1964. Тебя ненавижу. Я уже в блок 13. Эксперименты в исходном блоке подтвердили свою ценность. Тем не менее, в других блоках мы изучаем и более интересные направления, как, например, в случае с подопытным 2409. Доктор Икасо говорит, что спящего успешно подключили, и его показатели стабильны. Это первый из наших спящих, кого удалось подключить. Посмотрим, что он видит. Из блока 13 я также смогу изучать руны. Будет даже проще. Я узнаю все больше каждый раз, когда соприкасаюсь с ними. Даже читая одни и те же отрывки, я нахожу коннотации и смыслы, которых не замечал ранее. Будто бы текст обращается к моему разуму напрямую. Я думал, закончил болтать. Блин, зараза. Иди нахрен. Слушай, он что-то там... О, ладно, пофиг. Так. Ну, куда-то попал. Предохранитель, ага. Ну, это уже... Это уже кое-что. Предохранители. То есть все эти манипуляции мы делали, чтобы взять предохранитель. Гениально. Просто гениально. Это просто оценка 100 из миллиона примерно. Вау. Так, ну допустим. Все, больше тут ничего нет. Дыра. Не дыра. Так, это шорт, ага. И теперь надо, короче, идти вставлять этот предохранитель. Который был здесь.
Просто я смотрел, как эту ДЛС-ку проходит. Там вообще какие-то другие локации. Там открытый мир, все дела. Может, дальше откроется. Я вот надеюсь очень сильно. Слушай, у меня эти коридоры уже достали. И чё? Не визуально, не тактильно, ни аудио, ничего не произошло. Я просто вставил что-то куда-то и все. Ага, открыть защитные двери. Ох, ядрит твою мать. Хоть чуть-чуть эпичности дали. Теперь эту дрянь уничтожать, да? Так, сюда можно пройти? Нет. А как? Чё? Да, вытащи вот эту штучку и пошли отсюда к дреням. А, вот, наверное, вот эту хрень надо юзать. Беги, что ли? Теперь идти убить ее, да? Задание выполнено. Угу. И вот это, наверное, телепорт, да? Мудрость. Мудрость. Урон от стихий. Мелкая, нифига не вижу. Можно получить за... Хрен себе. Ты откуда здесь? Мау. Ну, блин, ну это... Не, ну это ладно, это хорошо, это классно прям. Так, я обратно могу вернуться. Это прям хорошо. Так, надо это... Сейчас.
яркости чуть-чуть убавил. Это все равно что-то как белеса. Ага. Ладно, на этой точке я закончу. В следующей серии продолжим. Пока.